четверг на стадионе «Локомотив» состоялась торжественная церемония награждения наших юных чемпионов золотыми медалями. Напомним, что чемпионами стала не только молодежка «Локомотива», но также и наша команда 2001 года рождения, второй раз кряду выигравшая первенство России. Победителям вручили медали, памятные грамоты и подарки. Напутственные слова произнесли директор Академии Алексей Щиголев, главный тренер молодежной команды Денис Клюев и тренер основы Саркис Оганесян. Его слова о том, что молодых ценят и ждут в главной команде, безусловно, воодушевили ребят. Причем куда больше, чем вручение самих медалей. Ну, мы, в принципе, уже забыли. Сейчас приятная часть была, такое награждение все-таки. Ну, мы уже отошли давно от этого. Уже новый сезон, новые задачи. Будем подтверждать это чемпионство. То есть, а следующий сезон задача у вас? Ну да, только первое место, только победы. Все то же самое. Мы очень долго трудились, тренировались, все команды настроились на второе чемпионство. Но когда ты выиграешь первый чемпионат России, то все команды настраиваются на тебя, еще серьезнее играют с тобой. И все-таки очень тяжело было на этом турнире доказывать, но мы смогли, парни лучше. Каждый год мы поздравляем наших юных футболистов с различными достижениями. Но в первую очередь, конечно, ждем ребят в главной команде. Несколько игроков из чемпионской молодежки имеют шансы сыграть за основу уже в ближайшем матче. На повестке дня игра с Томью. Мы ждем самого первого хорошего результата. Плюс день железнодорожника. Хотелось бы, чтобы с первой игрой на домашней арене, чтобы пришло много болельщиков и нас поддержало. А мы с командой, с игроками постараемся ребят порадовать победой на Томью.